Вагнеровцы прибывают в Беларусь. Уже третья колонна с 11 июля прибыла на территорию страны. Примерно два десятка машин двигаются в направлении военного лагеря у села Цель Осиповичского района. Минобороны Беларуси объявила ранее, что подготовила дорожную карту тренировок, которые проведут вагнеровцы для белорусских военных и теробороны. Мы поговорим сейчас об этом с экспертом Финского института международных отношений Григорием Нижниковым. Григорий, добрый день. Здравствуйте, Григорий. Скажите, пожалуйста, вот по итогам вот этих недель, да, пост-мятежа, прояснилась ли та роль, которую ЧВК «Вагнер» может играть в Белоруссии? Какое там число может быть дислоцировано? Нет, мы пока ничего толком не знаем. Мы знаем, что приехало до 1000 человек. Мы, конечно, знаем, что белорусские официальные лица заявили, тот же Лукашенко, но я бы этому мало доверял, потому что вряд ли они сами знают до конца, что будет Вагнер делать в Беларуси через месяц или через три, и будет ли он там. Да, я хотела бы еще отметить, что было сделано довольно необычное заявление одним из депутатов Госдумы российской. Они, в принципе, делают иногда такие необычные заявления. Так вот, Андрей Картополов, да, выступая в эфире у Владимира Соловьева, сказал, что ЧВК «Вагнер» не просто так введен в Беларусь, а для захвата Сувалакского коридора. Богатая фантазия у депутата. Это ударный кулак, который возьмет этот коридор за считанные часы, вот так сказал депутат Картополов. И мы пытаемся понять, это депутатский креатив или какое-то что-то более серьезное. Ну, вы знаете, это просто сейчас угроза, потому что все понимают, что «Вагнера» в Беларуси боятся, в принципе, на Западе. Я бы сказал, что если кому-то в Кремле в голову придет такая идея, то все возможно. Но я не вижу у них желания идти в прямой конфликт со странами НАТО. И мы помним заявления разных депутатов, что тот же остров Готланд Швеции будет захвачен, и то, и все. Поэтому вряд ли это, кроме как такое бряцание оружием, потому что можно, я бы не сказал, что это имеет под собой какой-то смысл.